Так, ну что, у нас второй день, пары определены, пилоты готовятся к параду, сейчас выкатываются, начинаются парные заезды для определения, кто поедет с японцами по расстановке. Все, ребята вон все готовы, смотрю, японцы стоят, боятся, все нормально, девчонки с флагами. Ну что, пойдем пройдемся, поспрашиваем, что там пацаны, как готовы, не готовы, как настрой. Разобрались с ДОС, да? Да, нет. Парные все решат, я думаю, расставят на свои места. Да, парные по-другому. По таймингу все жестко. Не, просто, а почему у нас должно быть у японцев? У нас есть день Мацури, но ну, это, да, при, это, Японии, это прикольно. Правильно? Это нет, прикольно, это просто, да. А тут D1 регламентирует. Просто мы предоставляем, грубо говоря, машины по своему регламенту. У них вообще отдельный регламент. У них салазки стоят, двигаются. То есть у них там много что изменено. И, а мы, получается, едем под ДОС, под их регламент, и мы должны соответствовать их таймингу, их требованиям. Поэтому трасса закрыта по факту для тренировок, для всего. Вот отвели время на тренировки, то укладывайтесь в это время, не уложиться, свои проблемы. Ну что, поздравляю. Ну, единственное, у кого дым был, реально. Ну, пахнули, нормально. А что ты подвстал? Помешал он тебе, да? Да, вторым? Да. Да, ну он там, он заугляется, он выпрямляется, я пытаюсь там снаружи пролезть. Снаружи пролезть, он опять начинает дрифтить, я опять за ним. Он опять заугляет. Не-не-не, нормально. Не, ну 5-1, что, нормально. Знаешь, что мешает? 5-1. Знаешь, что тебе мешает? Резина жестина, не, огонь. Вообще сейчас оптимальное давление нашли. Все, это вот сейчас 1.8. Прям вот тютелька. 1.8. Ну 1.8, да, такое. Ну нормально. Для моего конфига. Ну вот из-за этого вот заезда вторым в цепу чуть-чуть подпалил, прям подогрел его сильно. Я говорю, we'll be right back.
Питерская братва. На старте вот так вот могу ехать. Я еще и на втором могу. Что договариваются, как всех будут. Сейчас? Как будут всех чпокать сегодня? План разработали, нет? План, а мы не работали над планом. А вот сейчас вот мы обсуждали, нет? Мы обсуждали, как оценки ставят ДОС. И... как понять вообще, как понять ДОС? Да, просто там, вроде, типа избегаешь ситуации, столкновения, а в итоге, блядь, проебываешь. Вот такая ситуация. Все остались с хорошим настроением. Единственная сетка сложилась не для всех пилотов очень удачно. Конечно, все хотели попасть на кого-то из иностранных пилотов, но не у всех это, конечно, удастся сделать. Не важно, кого баты. Будем стараться проехать, скажем так, на все деньги, не залажать, его не подставить, ну и держаться близко максимально к нему. Ну, вообще, наверное, сбылась мечта поехать с японцем. Наслаждаюсь этим, мне нравится, получаю удовольствие. И там, поэтому еду максимально. Подводит меня эта тема, конечно. Очень много подводила. Пережестишь. Красноярск, мне кажется, наверное, переоценил немножко свои силы. Они были очень уверены, что они будут бороться за самые высокие места. И, наверное, вот это чересчур, как это сказать, самоуверенность, наверное, где-то их и подвела. Но они действительно самые сильные пилоты в России на данный момент, потому что, ну, и гранд-финал РДС это доказал, ну, и, в принципе, и здесь в квалификациях их заезды были выше всех остальных регионов, ну, действительно, ехали круто. Мероприятие, конечно, крутое, есть чему поучиться, набираемся опыта, но, с другой стороны, российские пилоты очень сильно выросли, в этом году уже давали бой, хороший бой.
все круто. Настроение позитивное вроде у всех, не считая вот нашего брата Илюху. Да, это, конечно, большая потеря для нас. Не ожидал таких результатов, что пройду так далеко. Думал, вылезу где-нибудь раньше, на самом деле. В сезоне не получалось ездить. Больше подготавливали машину, но, видать, не зря. Я считаю, что российская сборная стала действительно сильнее, и японцам в этот раз стало действительно сложнее ехать. И в следующий раз, я думаю, что они еще более серьезно подготовятся к нам. Но у них и так было преимущество, то есть ширина шины была намного шире нашей. То есть 285 против 265. Это, конечно же, нечестно. Но я думаю, что в следующем году им это не поможет. Я в этом уверен 100%. Мы их бахнем.